Первая щучка. Плавка, как обычно. Ничего не меняется. Опаньки. Плавку взял. Такая нормальная. О, да, съедобная. Плавку взял, первую съедобную щучку. Всем привет. Третий день нашего приключения на Рыбинском водохранилище начинается. Вот на такой заводе здоровенный. Вот такая заводь. И вот Славка там с какого-то третьего там, грубо говоря, зарблокроса берет съедобную щучку. О, вижу плеск. Короче, рыба клюет. Мы будем дальше ловить. Нет. Так, у меня поклевочка. Вот так вот. Ну, сейчас подведем, посмотрим. Кто это? Ух ты. Тут даже сопротивляется. О, да. Сюда походу. Да ладно. А, я щука. Щука. Ух ты. Тихо. Какая. Опа. Отлично. Красавчик. Сейчас покать. Я тебе ее туда положу, да. Ну, подожди. Да, круто. Еще одна щучка. Класс. Что, походу, неплохо. Тут же Славка. Окунь. Я вон еще с щукой. Нормальный, да. Прикольно. Прикольно. С одной травки две рыбы. Второй заброс. Вот сразу вообще. Только приземлилась поклевка. Ну, опять щучка, похоже. Охренеть вообще. Да нет, так, такая же съедобная щучка. Подожди, так ее возьму, не надо, блин. Ну я уже это. Ну сейчас опять запутывает, блин, мне все это. Фрикциончик хороший. Так, да, давай, пацанчик. Вот она, где тинка, там и щука. О, отлично. Отцепилась. Цепилась? Да. Отлично. Фух, Славка, красавчик. Еще одну взял. Хорошую. Вот это уже закилушная. Стопудово. 5 баллов. Это мы удачно. Анатолий. Вот она, как тинка, да? Так щучка. Была А, да, да, щучка. Тащу щуку вместе с проводом. Слава опять. Блин, следующий заброс только отцепил, следующий заброс опять тащит. Что-то мелкое. А там всю траву собрал. Вообще, я там швырял, ничего. Она обмотала, что ли? Да вон мы уже пятую или шестую щуку ловим. Вон, смотри. На вертушку, на Грэдди Гатс. Не знаю. Ну, тоже такая. А такая харчевая тоже. Что, так закинуть? Ну давай попробуем. Я не хочу быть виноватым в отрыве от вертушки, если что. Не, тоже нормально. Не килошная, конечно. Ну, Славка, дай пять. На тебя, смотри, рукой. Фу, блин. Она заглотилась, закатилась. Мне кажется, ее придется взять, потому что она уже кровит вся. Ну, придется, чё ж, возьмем. С первого заброса, Славка. Тут котел был. Да, мы тут увидели котел, решили попробовать окушка поймать. Славка с первого заброса. Но он не... Оп, есть! Да, котловой окушочек. Ну, правда, мелкий, похоже. Да, да, они крупные здесь. Ага. Но здесь наверняка крупные есть. В этой стайке просто. Ай! Фига мы там, блядь, Дима. В одно место кинули. Оп, блин, была поклевка. Что, не свалили, да? Да нет, у меня сейчас поклевка была, еще одна. Они мне вертушку подбрасывают. Они ее не жрут, они ее просто... Подавит. О.
что окунь котлить начал, это хорошо. Оп, блин, вот сейчас хороший был тычок. Оп, оп, Славка есть. О, у Славки там что-то такое съедобное. Такой нормальный кушок. Да. Ну какой? А что нет? На камеру покажу, что клюет. Вот, да, окушки. В принципе, на коптилку, ну. Просто у нас уже куканы забиты, поэтому их не берем. А так на коптилку. Дядя Дим, бери приличных окуней на куканы. О, смотри, стая. У меня за воблером стая шла вообще. Да капец, они у меня долбят, драли. Они мелкие просто, у меня воблер большой для них. Оп, блин, что такое? Смотри. Вон они. Оп, блин. Но у меня воблер великоват, надо вертушку маленькую. Они у меня тюкают, короче, а нет. Да, у меня тоже. О, смотри. Здоровье, вообще. Здоровье. Толпы, короче, за воблером идут и о, тюкают что его. Что такое? Смотри. Смотри, есть у Славки. Ну, совсем мелкий вообще. Ну, так хотя бы повеселиться. Ну. Оп. Ай, блин. Не, у меня слишком воблер великоватый для них. Во-во-во, смотри, вообще прям стаи, короче. Прикол. Блин, были бы такие прям по 300 хотя бы. Нихрена себе хотя бы. Ну, пока да. Оп. О, вот это уже нормальный. О, это добротный вообще. Ну, у меня воблер, потому что нормальный. Вообще весело. Хоть поприкалываться. Оп. Так, убери-ка, Слава, спиннинг. Тоже такой нормальный. Прикол вообще. Да, тоже копчевый, в принципе. Ты только не забудь камеру выключить, чтобы она не включала. Так на каждом забросе поклевки, а чем весело. Причем они стаями вообще прям ходят. Все, перестали. Что-то первый раз. Диман приплыл, короче, и все, и кирдык. Сейчас они подойдут, шуганулись немножко. У Димана что-то не оп-оп почему-то. Короче, мы тут уже со Славкой куканы набили, окуней вон надрали. Диман даже поклевки не увидел. А, поймал? Не знаем, как так получается. Ловим в одном месте вроде. А ты на что? В итоге вот эти два гапуги так жадно хотели поймать окуня, что поймали друг друга. Блин, Диман взял, распугал нафиг всю эту банду. Что-то ты, у тебя лодка какая-то, видать, пугливая. Блин, да, конечно, такие. Окунь хороший. Оп. О, ни хрена на тебе. Вот это окунь. Это всем окуням окунь такого возьмем, да? Да. Фига себе. Клюнул так прям, ух. О, прям зеленый такой. Классный. Кушара. Смотри, два таких, да? Да, стягивай. Такого окунька-то грех не взять. Хороший. О, вот и тут же Славка. Вот только в Тимку приплыли. Я окунь, а Славка тут же щуку. Опять что там-то? О. Помощь нужна? Не знаю, блин. Ах, Тинка. Щука. Нормальная щука. Что, так возьмешь или подсак? Не, давай лучше подсак. Давай. Ну, не приносим. Давай. Да, такая съедобная. Да, а что она с ней делает-то? Килограммушечка. Опа. Что нам с ней делать? А прям не закидывай, прям вот так вот повесь.
причал. Передых, короче. 7 щук поймали. Можно это дело обмыть. 5 окуней. Все отпущены. Конечно, смотрел, на какие эти ловят, блин. Реально, здесь таких щук-то не бывает. Вот там, где они плавают, есть. Там, да. Слава, тут стены опять. Кунёк. Ну, такой нормальный. Такой, да. Ну, у нас уже вешать некуда. Мы только вешаем супер-пупер нормальных. Какой-то капец. У нас отвязался, короче. Полностью все куканы вообще отвязались. Папа пошел нырять, вон он их нашел. Че так жжешь-то, блин? Вот тут они висели, короче. Мы уже думали, все, кирдык. Обалдеть. Ну искупаюсь тогда. Капец, ситуация, папа тут уже перебрал все слова, которые можно. Мягкие и не очень. А вот так надо привязывать куканы. Так, капец вообще. Капец. Нам очень повезло, что они на самом деле не уплыли. Да. Это был бы ужас. Вот так вот, в общем, у нас. Короче, да. Рыбалка без приключений не могла обойтись. Да, привязывайте сильнее. Была хорошая погода, штиль, клевала рыбка. Мы уж думали... плыть домой. А вот таки поплыл просто. Поплыл просто. Не домой, а... За рыбой, блин. Посмотри, что я сходу сколько поймал и дал. Сразу килограмм 5. Ну что, друзья, вот такой прикол у нас получился. Нырнул, сразу 5 кг щук поймал с окунями. Ладно, все, переоделись. Ну, сейчас. На большую воду, наверное. Передохнем, да, и поплывем там уже в сторону дома. На большой воде там еще остановимся, самов попробуем поймать. И уже к дому. Ну, как к дому. К лагерю. Все вернулись в лагерь, каждый отдыхает, занимается своим, ждет, ждут все вкусную щуку. Вот так вот наловили и сразу. Мы побоялись ее, вода теплая. Ну правильно, надо сразу. Уже окуни там живые, вроде, но уже непонятно. Ай, сейчас подобедик класс. Вот, мы на бугор кидаем и на свал. 4 метра там, короче. Главные браконьеры собираются, одни уже поплыли. Поплыли на наше утреннее место, где мы со Славкой. Да, понял. Поплыли на наше место, где мы с утра щук дыбали. Не. Вот Диман настраивается на крокодилов. Сейчас помчит. А я вот думаю, плыть или не плыть. Вот в чем вопрос. Да. Третий экипаж пошел. Мы с Саньком на вечерочку. Погнали. Вот, наконец-то. Санек обловился. Ну вот, хороший окунь. Хороший окунь. Цапли. 3 штуки. Семейка, наверное, полетела. А мы с Саньком что-то ловим. И не хотят больше. Кушок один попался, что-то верчерочка. Какая-то бесклевая получается. Так что, наверное, попрощаемся. Но если вдруг что-то попадется, мы вам обязательно покажем.